Что показываю тебе? Мы же собираем меня сейчас в армию. Экзамена. Так. Что нам? Я не пойду туда. Куда ты? Это не... Мам, это не видео. Не фотогеничные какие. Это ж не видео. Давай. Вот. Его почистить нужно. Я чистила здесь уже вот. Что-то белое. Надо... Где ты его замазал? Да, то ли кто-то харкнул, слишком здесь, это здесь крутой. Здесь-то нормально все. Слишком крутой бронежилет. Сумку, да, сумку с собой возьму. Очки обязательно, обязательно. Какие? Красные вот свои? Эти, да. Повыпендривай? Угу. В армии-то солнце будет у нас. Так ты в армии? Ну блин, а в Афганистан? В Афганистан меня засылают. Не с места. Я вчера приехала, думаю, слушай, такой пакет оранжевый, да? Какой? Ты там документы все проверил, какой что пакет? Пакетка была, в котором паспорт лежал? А, да. Проверил все там? Все проверил. Сирию все, да. Да. Правда, визу? А, ладно. Что визу? Да не, ничего. Так. Там же все проверять. Очки ведь можно с собой провозить? Брать в армию? Можно. Так. Что, ты нанес воду? Да, а ты полностью почистила его? Да, нормально у тебя. Там, правда, единственные кармашки в углы, они разодраны. Давай, так. Потом наушники. Смотри, Кирилл. Обязательно. Кирилл, смотри. Я ведь буду слушать. Да, смотри, здесь футболки и шорты, там, ну, чтобы переодеться. Ну, как там. Гавайи. Может. Гавайи же. Гагаи. Гагарин? Гагаи. Это, тапочки тебе, там все равно, не можем в кроссовках ходить. Я и в кроссовках белых. Да там я бы в берцах походил. Там тепло. Так, носки. Ты что? Носки четыре штуки. Моя всякая ерунда. Так, четыре пары носков. Сюда ложи под зарядку от телефона, вот сюда ложи. Так, а у меня зарядки от телефона нет. Вот сюда ложи этот, у как меня... нету. А, Ярослав, ты дашь? Ну слушай, да. А вот это какая смотрим. Зарядка, Киря? Мы привезли с дачи, смотри, а тебе не подойдет она? А где слышала? Вот она. Это что за зарядку мы привезли? Это не, это от Sony Ericsson старая. Да нет, что слишком широкая. Да? А моя тебе не подойдет? Ваша ну, подойдет. Подойдет? Так, камера. Ну-ка. О, бля, а чё она такое горячее? Нет, не здесь, днище потрогай. Тёплое. Ну что, нормально, она же работает. Она же стояла на плоскости. Сколько там процентов ты сажу уже? Да ноль процентов. У тебя нет подзарядки? Не, да? У меня-то есть, я могу дать. Не, ну-ка да, посмотри, ну ты это... У меня просто одна только, да? И у меня одна тоже. Дай телефон. Так, секунду. У меня-то, видишь, можно в интернет еще. Ну, у меня так же, вот. Да, один в один. Вот, видишь, когда лампочка застывает, потом она будет начинать мигать, это значит не подходит. Ну, а. Ну, хотя, подожди, а через другой кабель, подожди, я зло. Может быть, дело в кабеле? Нет, дело в адаптере. Ну-ка. Эрик, ну-ка воткни. Подходит, потому что зарядку-то я не знаю. Давайте я проверю. А, не, она подойдет по-любому, если бы сказать. Так. А-а-а! Стой! Нет, старый. Да, действительно. Блин, а что, у GoPro старый этот разъем? Ну да. Наушники ложи в кармашек. В сумку синюю туда. Вот сюда. Заряжает. Заряжает, да? А мой-то телефон как? А твой телефон что как? Я а у Острова такого нету, что ли? Нет, у меня один. А у я Димиша? Вообще заряжал, да? Заряжаю компьютер. У него другой там вообще. Я от компьютера заряжаю. Вот вообще другой. И камеру от компьютера. Можешь так же от компьютера заряжать. А, вот провод уже будет, да? А. Я не буду включать его. А вот у меня. А он, по-моему, уже напрямую. Подожди, Ярослав, давай-ка вот с этим проводом. Ну-ка. Мама, ну что ж ты делаешь? Давай вот с этим проводом попробуем. Да. Он подойдет, что не подойдет? Нет, ну как бы получится зарядить камеру.
Давай. У меня зарядки для камеры нет, я ее на топ-хате оставил. На, пока кинь куда-нибудь. Там давай, вообще давай, пока, давай. Владельцы хаты в таком плюсе. Давай. Давай. Ужас. Давай, мой пока. Отключай. Такс. Ну телефон-то возьмет, это точно. Телефон все берет. Блин, она камера теперь уже звуки не издает, то есть. Какие звуки? Ну, когда открывает объектив. Запишу тебе тетя Лена телефон. Ага. Она в городе возле Амстердама, 30 километров до Амстердама. О, мы с ней сдружимся. Если она у Амстердама. Не, нифига. Значит, адаптер, видишь, не подходит. Так, а что, как мне заряжать камеру, окей? Как? От ноутбука. Это слишком демонно. А здесь нету у тебя? Подожди, ничего? Помнишь, у отца были аккумуляторы? А Тира, дайте мне вот адаптер ваш вот этот вот. Может, не, без шнурка. Помнишь? А? Зарядка. Ну, так, Кирилл, дай свою камеру сюда, попробуем сейчас, через другой адаптер. Не знаю, через адаптеры она у меня вообще не берет. Ну, тебя потому что не оригинальный мы суем. У отца там есть. Не, ну просто понимаешь, аккумулятор может не подойти. Хотя, надо посмотреть. Похоже. Красиво. Так, сейчас, если начинает часто мигать, то не подойдет. Ну, все, не, все. Все. Сейчас я посмотрю там. Спасибо, отца. Держите, Тир. Держите. Так, тебе зарядку как? У него телефон весь сел уже там этот белый этот. Дальше поставлю, думаю. Посмотри, то у него по жизни нет. Да я не знаю, как он так вот постоянно выключен. Так вот. Уже и телефон ему дали, чтобы постоянно таскал его. Так и все равно. Как вот прийти домой, поставить на зарядку и спать, чуть-чуть тяжело, что ли? Я вот этого никогда не понимал. Ну, да. Эрик, ну ладно, если что-то тебе звонил, он там будет ли связываться с тобой как-нибудь? Да конечно, у него уже компьютер есть по скайпу. Ну, да. Вот, он по скайпу будет выходить, по-любому. Тем более, даже на его телефон, знаете, что можно сделать? Что? Вибер поставить на его телефон. Это бесплатные вызовы и смс-ки. Угу. Не, я думаю, нифига не подойдет слишком. Видишь, она длинная, вон. В два раза. В полтора. Если а только ты... висеть, ну так жечь можно. А что, под зарядку не купишь? Да я не знаю, откуда деньги-то. Деньги-то мы не куем, военные люди. Так. Тебе деньги-то как тогда, как ты без денег-то? Тебе деньги-то надо будет. Там с собой что были у тебя евро? Будете засылать чипки. Ага. Чипки. И евро что было у тебя там? Зачем мне евро? 10 евро буду в на туалет только держать. А, ну, там кольцо, кстати, мам было. Возле туалета, ой, возле туалета, возле телевизора лежит. Угу. Так, его не брать особо. Теперь очки. Куда думаешь очки определить? Так, в оригинальной упаковке. Ох, обзавидуется служивые, ёпта. Так, блядь, вот с камерой проблема. GoPro-шкой, что ли, пользоваться? GoPro, конечно. Ну, на GoPro, блядь, фрапсить. Но она заряжает за секунду, блядь. Немного не надо, батарея небольшая, блядь. А чё тебе фрапсить на GoPro? Хреново? Ты хочешь на камеру ставишь? Качество, кстати... Одну-то пробую заряжать и все. А? Одну-то пробую заряжать и все. Я пока заряжается камера, с GoPro приходишь... Ты прикинь, сколько там проводов будет у меня там. Я буду подозрительно как-то сидеть, заряжать все. А, ты хочешь в самом самолете, если камера будешь в самом самолете заряжать? Везде. Я все буду заряжать. Везде буду заряжать. Не, если ты смотришь, я могу буду... писать за секунду. Вот. Ты слышишь меня? Да. Что, там мою подзарядку возьмешь? Я так куплю здесь себе. Давай еще. Ну что, у меня нету. Если так. Я возьму, сколько она стоит, подзарядка-то? Где-то рублей 800. Да, это не. 150 не оригинал. Вам, ну, вам зачем, вам зачем оригинал? Какая разница? Подзарядку возьми тоже сюда. Телефон заряди пока. Вот, да я поставил на зарядку. Вот это подзарядка здесь, все. Так, это есть? Что нам еще? Так. Сейф с собой бери. Ой, сейф я бы... Давай, вот документы. Сейф не взламывать, я могу пароль сказать теперь, я знаю. Иди, давай, иди. Попробуй. Иди бойся, на трусы. Пароль поменяем. Я ключи сзади лежат. На, Кирилл. А ключи где? Мам, кстати, а где ключи? Я ключи с собой возьму. Там он валяется где-то. Откуда я знаю? Не больно на твое говно там смотреть. Ой, да. Вы знаете, что там хранили, да? Первым делом. Автомат. Иди мойся.
Мыться пока не пойду. А когда ты пойдешь? Чуть попозже. Вон они лежат, стоят со стороны. Так, давай, смотри, короче, вот здесь кофты, смотри. Так. Там тепло, потому что... Мам, вот сколько раз ты собирала меня, вот сколько шмоток ты вложила, я максимум две футболочки надену и все. Ну ладно. Я что, модник какой-то? Нет, на хит-парады хожу? Все. Так, на, трико. Да тут выдадут мне... Слушай, а где у тебя этот, который я тебе давала, ремень новый? Где ремень новый у тебя? Ой, новый ремень, бля. Где у тебя новый кожаный ремень, который я тебе дала? Я какую-то тёлку шаболду шлёпал, отдал ей. Кирилл, вот так. Так, паспорт. Ты, ага. Бля, камера может вообще не пройти. О, Кирилл, а там ремень придётся снять тебе. Куда я померю? Флешку можешь с камеры взять под GoPro. Не, там мини. А, там мини. Вот так нормально мини будет или туго? Так нормально. Стой, подожди, нет, а почему так высоко-то? Да я, ну померяй, например, штаны тебе, я пример сейчас сделаю тебе это, протнувши вам там. Нормально? Знаешь, вот так вот буду стоять на КПП. Вот так вот. Руки свесив. Да, нормально. Ой, давай. Ты задела, сейчас я сделаю тебе, это кожаное, да. Ты прям на мне будешь? Да не на тебе. Чпекать. Давай. Сейчас я принесу шило, подержи. Понятно, на мне. Бля, а где же этот? Ну как его? Рекодер. Не рекодер, а. Картридер. Картридер, да. Я не знаю, ищу себе. Ну без картридера тоже можно брать. Пачки свезли. Потому что джинсы тебе оденешь, вот тебе оденешь. Мам, пачки не трогайте, я с ними потом разберусь. Мы тебе диван поставим сюда пока. Нет. Диван поставим вот сюда. Не надо никакой диван. Диван. Потому что мы себе привезем диван туда, в гостиную. Где диван? Так, с отцом вот это. Буква нормально, что. Да нормально, чуть. Не, Ярик, не, вот эту ему надо. У меня прицеп, здесь паспорт будет. Ну я тоже думаю. Мам, паспорт у меня будет в бронежилете. А если он порвется? Как он может порваться? Как у тебя? Один раз ты потерял уже паспорт. Не говори. В бронежилете я был. Ты в бронежилете был. Ты в бронике был. Ну, значит, я тогда был в неадекватном состоянии. Нет, нет. Глеб во всем виноват, я помню, Глеб во всем был виноват. Вот сюда, подожди. Типа, вот, хочу посмотреть на русский паспорт, как выглядят русские. Я говорю, крымчане, господа, не покажу паспорт. Ну, в конце концов, я же вот долго ничего не сделал, показал. Вот сюда сделал, здесь все положил. И в самолете удобно. А что такого? Ноги так есть, что нет, что ли? Ну да. Ты же знаешь, сколько людей это? Подумаешь, что я кондуктор? Не, просто обычно такие сумочки еще срезаются хорошо. Барсетники, которые есть, их срезают быстро ножиком просто и бегут. Вот почему. Поэтому под футболкой ноги таскают. Ну тогда вложи сюда все, что ли. А вот почему вот сюда вот удобно, то есть оно всегда вот рядом. Срезать не подсказывает. Денег ты что с собой, сколько? Нисколько. Ну, у вас есть наличка? А сколько тебе надо наличку? Ну, 1000, 6, 7. Ну, я тебе дам. Ну, 1000. 5 дам, и то чужие. 1000. 5 дам. Чужие? Чужие. Мне чужое ничего не надо. Чужие. 1000 давай. 1000 дать тебе. Поменяю. Я думаю, даже откажутся менять 1000 рублей на евро. Это сколько евро? Ну, там где будет этот... 10, подожди, 10... 7. Нет. 73 это... рубля. 73 евро. Рубля евро сейчас, да. 13 евро. Пацаны, я еду с 13 евро в армию. А тебя на карте есть, зачем тебе бабки брать с собой? Ну, если такой захочешь пожрать, конечно, там в аэропорту. Я ему сейчас, нет, он воду вот с собой возьмет, вот. Там знаешь, как дорого стоит? Я знаю, там. Вот воду возьмет, и бутерброды три штучки, где копченая колбаса. А он их, если наверное, не будет. А что, да, я их не буду. Он же не любит с пакетов вообще ничего есть. Чего не любит? Не любит так есть, с пакетов именно. Там потому что запотевшее все будет. Какое запотевшее? Я знаю, там никакой герметизации. Я бы лучше тебя знать, чем твою маму. Мама просто со мной не гуляет, и шаурму не видит, как я ем. Что бы она это увидела? Так, что еще? Наушники положил, очки есть, зарядка, камера. Презервативки на улице. А их можно? Да. Они же... Ну, наш не детонирует.
Я скажу, ты так сделаешь. Вчера прошлой ночью. Все такие, ааа, мы падаем, блядь. У тебя сразу черный список, блядь. Да, в принципе, там, я думаю, возьму, если что. Я один возьму с собой. Кого возьмешь? Держи свечку. Шарик. Шарик возьму. Ну возьми свечку, держи. А, давай. Над языком огня надо. Засвечу. Ага. Засвечу. Давай. Сейчас побольше сделаем. Вот интернет делать лагает вообще пиц. У меня пару дней назад так лагало все. Не капай, что меня дудосит. Держи ты. 24/7. Мам, у меня от воска. Это на воск аллергия, если что. Все, можно задувать? Нет, я еще одну сделаю. Рядом. Ай-яй, блядь! Только что ты... Ой, да ладно тебе! Да там так прижигает, даже иногда приятно. Знаешь, сколько капает, не говори. Я в детстве просто перебаловался с этим. Как и у меня голова, кстати, начинает кружиться. Почему? Не знаю. От запаха или от боли? Не от боли, а от того, что я оттираю, и будто, кажется, это кожа отслаивается. Ай, да. И типа я пережил Чернобыль. Так. Сейчас сложим там, подожди. Да, не будет. Сейчас, ну еще. Сейчас станет, взвешивайся без сумки и сумкой. Мы будем знать, сколько там килограмм. Все, сейчас и как сложим. Раз узнаем, сколько я вешу. Хоть у меня в военкомате взвесят. Никто не хочет баунти? Ярослав, рискнешь? Оно у меня открыто где-то недели две. Да ладно. Когда мы последний раз в Ашане были? Мы не в Ашане брали, а в этой брали. Пятерочки. А, ну. И не разогнать. Окей. Вот, сколько лежит? Недели две. Да ладно. Меньше лежит. Да меньше, раз. Ну, Ярослав, я знаю, ты хочешь укусить его. Ты что-то с ним делал? Укуси. Что я мог с ним делать? Белый оттенок. Ярик, есть. Да ладно, у него лежало здесь все. Вот именно. Лежало здесь все. Посмотри, внутри-то белое. Это потом другого белого там. Кирилл, ты спрашиваешь, ты фанат, почему ты постоянно пьешь? Воду. Воду с радостью. Не забудь все. Вон, посмотри, мам, за час. Сколько выпил? Так, камеру я сразу как бы с собой. Ее упаковывать не надо. В какой куртке? Надо куртку выбрать. В зале выбрать. Висит она, в зале. Она легкая? В зале висит. Ну, а какая? Коричневая, бери вот с мехом? Да, да. Я тебе выстелю. А мне не жарко будет? Она у тебя осенняя. В этой жарко будет. Подожди, а я планировал вообще вот в этом ехать. Кожаной ехать, что ли? Сейчас. Ну, или в этой. Да. Или вообще вот в этой ветровке. Да нет. Ветровку можешь с собой положить, да, Ярик? Ну да, в принципе, ветровка хорошо, там очень тепло будет, да. Да, там. Типа, с собой положи мелкую вот эту вот, тонкую, она места мало займет, положи. Нормально, да, так переобулся резко. А толстовки ты положила какие-нибудь? Толстовки. Ты поешь вот в этой? А, ну да. А там красную положила и черную, которая идет спортивную тебе. Mm-hmm. Положи, я тебе с пакет положу. О, упаковизация. Такс. Бля, думаю, камеру брать, не брать. Давай возьми там из чурки, ну это заправь, все-таки прикольно. А потом если что, на ночь поставишь на камеру с ноутбука и все. Заполнил это, очищу. Паспорт не забудь. Коробку положи. Коробку и положи. Так, надо слэшками распределиться, потому что мало ли я их не все освободил. А, ну в принципе тут GoPro есть. GoPro можно подключать, как Миша сказал. Ты же только загранпаспорт берешь с собой. Ему же российский не надо, да, Витя? Может быть на всякий случай взять? Послушай, возможно, возьмем на всякий случай реально. Думаешь, а зачем? Мало ли, блин, а если я там познакомлюсь с какой-нибудь... А если он загранку потеряет? Ты не перепрыгнул, потеряет. Тут, да. Ну я знаю Кирилла просто. Вы меня за кого держите? За алкоголика. Конечно. Ему,
Ему не на... Ой, мама, ну что ты начинаешь? Ну все, начинаешь. Сейчас открылась вот такая там язва. А что мой папа? Когда харкает, его кровоточит слюна. Она сказала, так. Если он будет пить, у него раковые клетки будут рак. Вот и все же. А что я не полечит алимогелем? Она его лечит. А если он пьет пенек? Что там лечит? Так. Мам, да, он буду... сказал, он за месяц один раз выпил при мне. Все. Мам, я сейчас буду... И то на мой день рождения. А день рождения это было вчера. Ну вот, то, что мы праздновали вчера. Ага, а ему было... И то приехали, ему плохо было, извини. Ну я и не заставлял пить. Когда мне плохо было? А, не, мы вчера... Я вчера... Не. Вчера мам, я водинка варишь? Вчера мы пили. Да, вчера мы пили чуть-чуть пришел. Да, запаха вот. Запаха не было. Ну мы вообще вот прям, я мало взял. Ну понятно. Что, Ра, ты идешь мыться-то или нет? Ну, на четверых ящик. Да тихо и... ты, хрень несешь. 5 литров того или 3 литра. Сиди, блядь, я же 200. Ярослав, ты начал этот разговор слушать, не я. Я взял там сколько, по минимуму пива, там Сережа в основном все выпил. Да, я ж маленькими глоточками пью. И мало того. Будто в суе говорим про Господа. Слово пиво нельзя произносить. Короче, это, ничего не забудь эту. Документы. Я думаю, документы знаешь, куда тебе положить? Mm-hmm. Вот. Вот сюда, наверное, слышишь меня? Да нет. Да я положу куда-нибудь. Эти все сюда в мут ложишь. Да, да. Маленькие документы полностью в мут ложишь. Единственное, тычонка нужна. Видите, в аэропорт. Вообще было бы неплохо привезти что-то туда. Русское. Русское, что русское тебе не знаю. А что у нас русское? Беленькая, столичная, белочка. Абсолютно не думаю. Так, а это что за провод, Ярослав? Это твой провод? Нет, мой вон твой телефон заряжает. Потом пригласишь в гости его. Стой. Это с компа. С какого компа? С твоего компа. Я... Это вот он. Это он. А Мишин? Мишин я уже положил. Да. Он положил. Все, знаете, я надел здесь. Слушай, а толщина провода в чем заключается? Что значит, если толстый провод? Ничего, ничего. Ты думаешь? Вообще ничего. Так, тут зарядник. Потому что там зубную пасту нельзя, у него выложили тогда. Mm-hmm. Да? В самолете, а почему да. нельзя? Щетку возьми с собой. Взрывоопасная штука. Щетку возьми с собой. Вот Мишин. Толстый, старый. Ты в пакетик все провода сложи, Кирилл. Да чтоб ты знал, что у тебя в пакетике в одном провода лежат. Нет, да вот сюда все сложи, в кармашек. А, ну или да. И все, знает, что будет здесь лежать все. И очки-то положи туда тоже. Утрамбуем. Да нормально, такой пакет. На, все, я тебе сделала 3 дырки здесь вот такие. Угу. Делаешь потом. Что, в это ему ехать? Тогда капюшон пристегни к куртке к этой. А зачем капюшон-то? Капюшон не пью, это неудобно. Почему неудобно? Очень удобно с ним. Так, что тебе это дать? Полотенце все равно надо с собой, как ей надо полотенце-то? Ладно, давай полотенце положи, оно ни в чем не месит. Ну, конечно. Полотенце. Так, ну вроде как почти все, да? Документы бери все, самое главное. Эту ветровку я тебе положу. Угу. Там ветровку, да. поехал. Ну, в этой тогда не знаю. Ну, смехом было бы круче. Уезжай. Она тонкая, дядя, посмотри, смех. 15 градусов. Что, думаешь, там такая жара, вот на футболку один пошел. Ай. Ты в армию собираешься. Ну, так, а я куда собираюсь? Мышку обязательно возьму. И, кстати, веб-камеру, думаю. О, Ярик, смотри. Приволочь. Вот эту я и выстирала ему вчера. А не жарко ли мне было? По-моему, жарко было. 15. Так, а в сентябре я в чем ходил? В ней? Нет, не в ней. Я ходил в легкой. И в кожаной ходил. А что, у него будет, получается, багаж? И не, салон я... или ты все салон? Все, все да, салон. Там же курток поменьше сейчас. Она тяжелая, наверное, куртка легкая. Она чтобы не превысила 10 килограмм. Она габаритная. Кстати, ноутбук весит сколько 2 килограмма по вещам надо или там пройтись. Чтобы не превысило, а то его заставят в багаж регистрировать. Придется еще багаж. А я знаю, он выкинет половину шмотку. Нет, я с собой возьму. Я
ты что, хоть с собой ее брать, что ли? Нет. Я просто смотрю, она же большая. Так вот, если складывать. Видишь? Ну, по весу сколько надо так? По граммам суди. Тонну. Это, ты что, в кожанке так поешь, что ли? Ой, я ж так русский. С мехом лучше. Типа мехом медведя. Давай, короче, смотри. Кожу мы положим эту... тебе, она легкая. И вот эту кожу. Это вообще легкая. Поместится. Главное, чтобы поместилось. Сейчас вешаем. Сейчас ноутбуком все взвесим. Да, с ноутбуком еще не скоро. А у вас вес есть? Да. А, ну взвесь там. Напольные. Он вначале с этим сумки. Они криво работают. Я до сих пор вешу 35 килограмм. Да ладно, 60. Это что хотел сказать? Эту возьмет. А эту потом в сумку затолкает, да и все будет лежать там. Ну, темную еще себе кинь туда, Кирилл. Вон она, тонкая есть у него. А вот темную, которую он хотел. Во-во-во, она у меня. Во-во-во, вот ее пусть кинет. Пока я водолазку оденет, эту темную нормально. Это нет, это убирай то. Она и весит. Ну да. Она как доспех тяжелый. Вот там оденет эту футболку, я положила, 4 футболки положила. Футболочку одел и пошел. И пошел на плац. Правильно? А? Чего не помнишь? Правильно. Правильно? Правильно. Носком как бы вперед. Я уж помню, кадет со стажем. Так, ну и все, вещей больше у тебя не будет. Все. Только ноутбук ляжет. Вот сюда поставим сбоку ноутбук. Все. Все, я говорю, ну-ка. Ну сколько так примерно по весу? Давай пока без ноутбука, пойдем взвесимся. Легкая? Так, сейчас. Ну такая. Не, рука не устанет. Пиздец, он заебывает, Кирилла, бля. Как баба собирается. Хотя готов поспорить, он. Менять вещи не будет. И мыться. Так, сумка есть 70. Здесь. 8 килограмм. Ну, он весит? И ноутбук где? 66 весит он килограмм. Кирилл? Да. А что, если много будет весить, он не пропустит фотографию? Нет, мы сумкой без сумки делали. Не, ну если вдруг мне скажут, господин, давайте регайте багаж, я скажу, вот, смотрите, открою, что вы хотите? Да. Что вам дать, чтобы вы меня пропустили? Нет, там не так будут. Проверяй тебе все сумки. Ты не буду. А с ноутбуком сколько будет? Разве? Мам, ты понимаешь, что если они попросят меня выложить что-то, да. Меня не просили раньше выкладывать. Я это заново не смогу засунуть. А там не надо засунуть. Они могут возбудиться от того, что если там жидкость какая-нибудь. А там же есть аэропортный кейс, куда можно все вставлять? По приезду потом забирать можно будет. Там ноутбуку зачем он будет сдавать-то? Нет, я имею в виду из вещей, что ли? Если вдруг скат, ноутбук, значит, достаешь, а вещи сдаешь, что ли? Или просто взять донос подергать. В это езжай, в это езжай. Кроссовки белые одень, вот эти джинсы одевай. Трико под низ, потому что там холодно пока. Трико там снимешь потом, да, ведь? Да. Здесь-то холодно. Ну, я прям в самолете буду раздеваться. А потом с парашютом сигану. 3,5 часа лететь. СМС-ку отправишь, что там самолет, посадка там даже это. Понятненько. Так, может быть, отсюда что-нибудь взять? Потому что там у них это надо же. Так, никто код не видел? Не видел. Да. Камера видела. Я думал, может быть, своей подругой Димона угостить? Возьми с собой. Она тяжелая. Она весит сама по себе где-то килограмм, уж точно. Да. Не, ну это, блин.
Знаешь, это как в Resident Evil. Там же, помнишь, этот самый вирус в таких вот пробирках, Слав, но... наркозависимый, блядь, контактчик. Вот так вот. Понял, открывали? Да. Автоматически. Ну, хуй. А, что надо, что нам еще показать? Не знаю. Это сосуд. Да. Что берешь-то? Воду. Попить нельзя. Вот так ее закроешь. Угу. Такие все работают. Ну, в общем, потом понятно, ноутбук осталось положить, да. Все. Сейчас 30 минут отсутствую. В аэропорт приедешь, достанешь соки, покатил. Удобно, видишь, как? Не, катить я не буду. Раз и все. Вот как понесу. Или вот так даже, вон. Не, так тоже не буду. В руках, когда несешь что-то тяжелое, будто, знаешь, как в фильмах эти, инкассаторы с такими сумками или грабители банков. Короче, весело будет, я смотрю. А что это? Будет.